Доброго дня, я з України, і я рада вас вітати на своєму каналі. Дівчат, хочу з вами поділитися своєю покупкою. І ви знаєте, я вже на каналі розказувала, що почала я вишивати, вишивала я бісером. Я успішно забила свій бісер в поїзді, значить, не судьба. Прийшла купити нову основу для вишивки бисером и увидела алмазную мозаику. И вы знаете, решила попробовать и такое. И для себя я уже пойму, что мне интересно и что мне больше, скажем так, зайдет. Значит, очень хорошо, девочки, успокаивает нервы, очень хорошо, так плодотворно влияет на состояние здоровья. И фактически это моя первая будет вышивка. Я вам покажу, что входит в состав. И, собственно, я думаю, мы с вами немножечко сегодня и попробуем. У нас такой набор для рукоделия стоит 200 гривен. Вот ровно 200 гривен. Входит сюда в состав полотно с клеевым шарфом, квадратные акриловые стразы, стилус, виск, пластиковый лоток. Давайте проверим, все ли сюда действительно входит вот этой фирмы, кто этим занимается, кто, кстати, пользовался именно вот такой, скажем так, фирмой. Напишите мне, пожалуйста. Так, ну что, давайте вскрывать. Хотела ножом, но понимаю, что можно и вручную все это дело, скорее всего, вскрыть. А может и не получится. Но будем пробовать. Так, записываю одним кадром. Опять-таки с интернетом у меня немножечко печалька. Печалька, беда. Одним кадром залетает все хорошо. А когда начинаю монтировать, что-то у меня, что-то не то пальто. Поэтому вы уж меня простите. Вы будете видеть и всю черновую работу, а не только то, что показывают вырезанное, красивое. К сожалению, это не мой вариант сейчас. Я стараюсь всегда, чтобы и музычка где-то для вас была. Но сейчас это немножко проблемно. Ну что, давайте посмотрим, что входит в набор. Сейчас я это все дело достану. Я, естественно, промониторила все в интернете, все посмотрела, как это делается. Скажу вам честно, откровенно, все это я буду делать впервые. И, собственно, мы с вами с этого всего вместе и начнем. Ну и сам набор для рукоделия. Давайте мы это положим вот так вот, чтобы было видно, именно какой фирмой я пользуюсь. А вы, конечно же, уже поставьте мне лайк обязательно, напишите комментарий. Вы знаете, что это помогает моему каналу. Так, защитную пленку не переворачивать. То есть, как мне объяснили мне мои подружки, кто этим занимается. Я же такая дотошная, что я и продавца задолбала, если честно. Значит, размер 20 на 20 полотна будет. И здесь, я так понимаю, вот идет по номерам, да, то есть, какая 310 там номер, это я должна найти вот такое вот сердечко. Дальше, ну, грубо говоря, звездочка, это 608, вот эта звездочка. Вообще элементарно Ватсон, как говорят. Так, с этим мне, в принципе, понятно. Так, ну а теперь, что входит в сам состав, мы тоже с вами сейчас это все посмотрим. Теперь нужно будет купить органайзер, потому что я все забыла в поезде. Так, как он называется правильно? Стилус. Значит, ну, для начала здесь у меня пластиковый контейнер, который есть. Есть стилус, выглядит он так. Я вместе с вами, девочки, его рассматриваю, поэтому не смеяться, если что. Так, ну и, собственно, ой, а где-то я уже, здесь я уже, девчата, вымазалась, вы представляете? Так, и, собственно, сам воск. Я, насколько понимаю, нужно, ой, да что ж такое, он нигде, снимается клееночка и вот так вот тыкается. Так, это, в принципе, мне уже понятно. Так, набор собран человеком. Люди иногда ошибаются. Пожалуйста, проверьте содержимое. Если обнаружили несоответствие, свяжитесь с нами. Мы постараемся все исправить. Кто виноват? Комплектовщик номер 6. Естественно, кто виноват, мы будем знать. Комплектовщик номер 6. Куда жаловаться? Жаловаться я, конечно же, не буду. Но есть номера телефонов, куда можно пожаловаться. Значит, так, вот, подписаны, я думаю, вам тут видно, да, вот белым, подписаны номера. Они соответствуют. Вот 891,
Ну и все остальные. Так, так. Ну что, девчата, элементарно просто. Давайте с вами вот хотя бы начнем. Да, я вот с вами начну, пускай эти все, все лежат цвета. Значит, теперь я начинаю, как это нужно, как это я видела в интернете. Ну, а может, я что-то делаю неправильно, вы мне будете подсказывать. Значит, мне нужно найти теперь, вот начинать отсюда, да, я буду начинать сверха и буду выставлять вот, вот так вот вниз. Простите. Так, значит, мне нужно найти вот такой вот номер. А это у меня номер по картинке, правильно, 5220, правильно, соответствует. Вот номер, смотрите, вот номер и номер. Видите? Все соответствует. Значит, мне нужно найти что? Мне нужно найти 5200. Девчата, да что ж такое? Ой, извините. Попыркнулась. Стараюсь же быстрее вам это все рассказать. Так, где мои ножницы? Где мои ножницы? Сейчас я отрезаю немножечко. Да? И сюда выбрасываю. Так, теперь что нужно сделать? Теперь нужно... учусь вместе с вами. Кто это будет первый раз делать, будете учиться со мной. Нужно немножечко вот так вот, я понимаю, потыкать, да? Теперь берем алмазик. Теперь мне нужно понять, какой стороной брать. Вот, тут есть, смотрите, вот так выпук. Ой, вот так вот выпук. А, вам не видно. Угу. Здесь он алмазик, а здесь он просто... Ой, здесь он блестит алмазик, а здесь он просто... Вот так прямой матовый. То, что мы будем с вами наклеивать. То есть я его беру вот так вот отсюда. Так, так, здесь я штрикнула. И теперь наштрикиваю, собственно, сам. Сам. Сейчас его нужно, получается, перевернуть. Да? Правильно? И вот так вот его взять. Вот. Это, девчата, первый раз. Первый раз. Первый класс. Так. Ага, так. Что, первый блин комом чешу? Ничего страшного. Так, учимся, Леночка. Сейчас, девочки, сейчас я пойму, как его брать. Так, я его беру. Вот. Все, я поняла. Теперь отгинаем немножечко пленочку и клею. Клею, естественно. Вам видно? Да, вам видно. Наверное, вот так вот надо будет. Во. Вот так. И клеим вот так. Ровненько. Вот. Наклеили. Вы же понимаете, что для меня это все впервые. И я это все сейчас вместе с вами пробую. Вот. Дальше берем. Дальше берем. Вот. Ой, девочки, мне нравится. Вы знаете... Мне кажется, это даже немножечко... Давайте вот так развернем чуть-чуть, да, чтобы и вам, и мне, да? Вам видно? Видно. Вот так, да? О, я же должна так, чтобы мы с вами вместе. Вы знаете, мне, если честно, уже нравится. Так, опять. Правильно. И ставим. Вы знаете, ну, наверное, вместе с вами. Оно правильное. Ну, конечно, правильно. Что бы я неправильно делала, девочки? Вы знаете, мне это нравится. Это легче, чем бисером. Скажу вам честно, это намного легче. И мне это больше приятнее на глаза. С бисером там надо немножечко позаниматься кексом. А здесь просто одела и поставила. Одела и поставила. Знаете, что предлагаю? Давайте, сейчас идет зима, если будет со светом все хорошо, давайте мы с вами будем вместе на эфирах. Как вы к этому относитесь? Будем вместе с вами заниматься алмазной мозаикой. Что вы мне на это скажете? Ну, естественно, вы не будете на меня смотреть, мы будем с вами общаться во время эфира. Вот, ровненько. Так, опа, и поставила.
класс, девчат. Посмотрите, какая краса. Ну что, вам нравится? Лично мне очень нравится. Я сейчас уже буду выключать камеру. Принцип поняли. Для новичков, да, я думаю, все ясно и понятно. Цвета очень яркие, красивые. Девчата, мне понравилось. Я пошла, короче, этим заниматься. А если вы хотите, чтобы мы вместе на эфире, обязательно мне напишите в комментарии. Все, мои хорошие, я была сегодня рада с вами пообщаться. Надеюсь, вы также. Я вас люблю, целую и ценую. Пока-пока.